Считанные часы остаются до основного праздника всех православных – Крещения Господня. Ночью во всех православных храмах пройдут божественные литургии, после которых совершится чин великого освящения воды, а на водоемах пройдут крещенские купания. То есть некогда на Иордане, когда Предтеча крестил Христа, явился Бог. Триединый Бог человечеству. Был голос Отца, был Святой Дух в виде голуби, сошедший на Сына Иисуса Христа. И вот это Бог Троицы явил себя миру. И мы, христиане, должны стремиться к тому, чтобы в нашей жизни Бог явил себя. Это можно достигнуть через церковные таинства. Поэтому первое и обязательное для всех христиан – это прийти в храм на молитву. Омовение в проруби, в крещение – это скорее народный обычай, нежели церковный. Ведь правило, которое обязывало бы людей в крещенский день окунаться в прорубь, не существует. Если же вы все-таки решились на отважный шаг, к предстоящему нужно подойти со всей ответственностью. Для горожан уже подготовлены 7 купелей в разных частях Ульяновска. Недалеко от автомеханического техникума, на улице Шолмова, на берегу Волги в поселке Рыбацком, в парке 40-летия в ЛКСМ, в поселке Белый Ключ, около главного корпуса Улгу на реке Свияга и в селе Арское. Все купели оборудованы мостками и удобными сходами в воду. С 10 вечера вплоть до 6 утра следующего дня на местах будут дежурить спасатели, медики и сотрудники полиции. По заверению городской администрации, в крещенскую ночь работа общественного транспорта будет продлена. Так вечером будет курсировать маршрут номер 96, который проследует мимо оборудованных купелей и храмов от остановки Репино до села Белый Ключ через Ленинский, Засвияжский и Железнодорожные районы. В 21:30 от остановки Центробанк в село Арское пассажиров отвезет автобус, который отправится в обратный рейс в 2 часа ночи. В Заволжье в 2 часа ночи 2 автобуса заберут верующих от Владимирского храма, после чего они проследуют до нового города Нижний и Верхний Террас. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.